Бегунка-мошенника по кличке Рыжий задержали в Качканаре. Всего за сутки злоумышленник с огненной шевелюрой забрал деньги у двух пенсионерок. Обманутых по схеме, ваш родственник попал в ДТП. Я открыта душа, я всю жизнь жду, я в деревне жила, у меня открыта душа. Я говорю, у меня всех денег 150. Это на похороны я и то, вот на похороны куплю с пенсии. Но бессовестного курьера судьба пенсионерки не волновала. Он забрал у нее последние деньги и перевел злоумышленников, оставив себе 5% от суммы. По той же схеме бегунок обманул и вторую бабушку. Тут его и задержали полицейские. Во время допроса парням продолжали поступать звонки работодателей, твердили, что готов еще один адрес и нужно срочно ехать. Братан, ну мы ждем уже час. Адреса говорят, вызови другое такси. По номеру телефона у вас же есть там такси. Мне написали, есть подработка. Я сказал, я согласен. Мне сказали прийти на квартиру, забрать денежку, положить на банковскую карту. Я сходил, положил денежку на банковскую карту. Меня задержали сотрудники полиции и сказали, что это мошенничество. Как выяснилось, у задержанного имеется богатый преступный опыт. В неполные 22 года он уже привлекался за кражи, грабежи, угон, вождение в нетрезвом виде и незаконное производство лекарственных средств. Из колонии парень освободился всего 2 года назад. Теперь его криминальная биография пополнится новой статьей «Мошенничество». Молодой человек был очередным курьером по обману пенсионеров телефонными мошенниками, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В этот день он успел совершить 2 преступных факта в городе Качканар и в поселке ИС Нижнетуринского городского округа, забрав у бабушек деньги в общей сложности 260 000 рублей.